Доброго времени суток. Для того, чтобы покрасить, а вернее нанести декоративную краску на сложные элементы, например, такие как 3D-панель, обычно используют краскопульт. Но не всегда он есть, и не всегда есть возможность его использовать, как, например, в нашем случае. Вот, поэтому пришлось прибегнуть к небольшой хитрости и использовать немножко другой инструмент для нанесения. В нашем случае это губка. Итак, первым делом поверхность нужно покрасить. Красить, как вы видите, мы будем губкой и будем использовать краску и на латекс мат, затонированную в тот же цвет, что и последующий декоративный слой материала. Так, после того, когда краска полностью высохла, можно приступить к нанесению непосредственно декоративной краски. В нашем случае это лава. Вот, ее мы наносим точно так же губкой, тщательно прорабатывая каждый сантиметр поверхности. Как только первый слой материала высох, можно приступить к нанесению второго. Таким образом, мы более плотно и равномерно распределяем перламутровые частицы материала по поверхности.